Забит ли они в этом нападении? Кулагин пробегает. Получать? Нет, не получать, потому что Трент Фрейзер идет вниз, и его вновь никто не может удержать. Место Салах. Тут формально большой только Александр Ганькевич. Фрейзер, три сведения. Трент забивает. Это с фолом. Это потенциальные 4 в одном владении. Все-таки Трент Фрейзер решает эту игру. Ну, пока, по крайней мере. Трент Фрейзер, да. 4 в одном владении от американца. И опять Ганькевич против Фрейзера. Фрейзер как раскручивает. Трент попадает. Вторую 3 подряд. И это вновь плюс 10. Трент Фрейзер неудержим в концовке. Да, у него был отрезок в матче, когда у него не шло. Просто не получалось забивать из-под кольца. Кулагин перехват. Фрейзер еще 2 очка. 78-66. У него становится 23 уже. Ну, такой перформанс он нам сегодня дарит. И что, еще одна будет? Фрейзер! 3 трешки в концовке! Ну, такая игра, чтобы настолько человек был в огне в концовке. Честно, я не припомню. Я думаю, что если, да, забьет, то это будет окончательный счет матча. Фантастика. Трент Фрейзер. Его лучшая игра за «Зенит».